Здравствуйте, мои дорогие. Так, ну что, посмотрим интересненький раскладик. Ворожиня. Кто вам пакостит в жизни? Давайте посмотрим этих пакостников. Наверное, я возьму еще одну колоду. Все они цыганского направления, цыганского такого содержания и цыганских энергий. Вот. Оракул возьмем и таро цыганское. Итак, с оракула начнем. Если эти пакостники, посмотрим среди, ну вот в вашем окружении пакостники. Давайте, конечно же, брать, ну все равно давайте пакостники, да, будем брать таких людей. Вы, вообще говорят, вы тот, который всех пакостников вот на нож можете посадить. Но они ждут. Есть, пакостники есть. Они ждут, пока вы положите оружие. Кстати, отношение этих злопыхателей в вашу сторону, как видим, ну такое вот, они подлизываются. Показали бы их. С любовью к вам такие, знаете, с какими-то, возможно, предложениями. Ну вот подмазываются к вам, реально. Хорошо, кто они? Да, да, вот две карты, услуги, служанки, они вам что-то пытаются сделать. Хорошо, как бы вроде как хорошо пытаются сделать, да, но все равно вот какая-то пакость. Что это за пакостник? Посмотрим, кто он. Давайте посмотрим, кто же, о ком тут говорилось. Кто этот пакостник? Сделаем сначала закрытое, чтобы потом эту интригу раскопать. Так, ну опять. Очень интересно, показывают женщину, которая реально что-то хочет сделать, но проявляется к вам. Проявляется к вам как... Вот как и тут говорила, знаете, какими-то вот как услугу какую-то делает вам, либо что-то вот хорошее вам предлагает. А кто эта женщина? Это женщина реально или это вас видят как женщину? Кто это? Кто ты? Кто ты, чудовище? Кто ты, чудовище? Выходи. Кто ты, чудовище? Выходи, всадник. Всадник. Кто ты? Рыцарь какой-то. Здесь мужчина, скорее всего. Почему женщину показывают? Он это, знаете, как заприметил вас. Да, тут мужчина, который вас тайно любит, либо любит вас как тайную женщину. Которого останавливает справедливость, либо, возможно, какие-то документы, да, от того, чтобы к вам двигаться более мощно. Но он не очень сильно проявляется, но проявляется, да, то есть вы чувствуете, но он так осторожно-осторожно все это делает. У него к вам очень сильная тяга. Пакостник. Почему он пакостник? Почему? Почему пакостник? Мелкий пакостник написано. Может создать вам потери. Тут такой мелкий пакостник, возможно, в семье. Тут какой-то вот страшный суд может говорить о том, что это как ваша кармическая какая-то задача его отшить. Да? Будьте осторожны, потому что здесь человек несет то, в чем вы проходите, ну, какую-то, скорее всего, путь для осознания самой себя. Да? Обнуляется тогда ситуация. Смотрите, если вы его вдруг принимаете, этого человека, да, то ваша ситуация обнуляется, и вы по новому кругу идете. Новый круг, либо полностью обнуление, новый виток опять такой же ситуации. То есть вам будут давать эту закольцовку. Либо, если вы не поймете, да, и как-то неосознанно поступите по отношению к этому человеку и дадите ему путь
ваше пространство, или же обнуление ситуации, да, и выход на новый уровень, абсолютно новый уровень, что, в принципе, я так понимаю, лучше для вас, да? Хорошо. Так, давайте еще смотреть. Угу. Потери, потери. Но он понимает, что вы не для его зубов. Орешек. Угу. Разлюбленный. Так, 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 так. Печалька. Он может для вас многое сделать. Он может для вас создать некие условия для более лучшей жизни. Но, опять же, его ситуация такова, что он не может больше дать в эмоциональном плане и в плане, допустим, ну вот как для женщины нужно что? Для женщины нужно по закону, по сути, да, она одна единственная, больше никого у него, да, он этого дать не может. Тут идет все-таки третье какое-то лицо, и я так вижу, что вы откажетесь от этой ситуации, потому что тут печалька для него. Либо, если не откажетесь, печалька будет для вас. Я думаю, откажетесь, я уверена. Угу. Праздник. Да, праздник жизни у него, конечно же, закончится на том, что вы отказывались. Отказались. И будет ждать утешения. Он себя будет чувствовать не очень приятно. Я вижу тут по карте отчаяния. Человека будет носить. Буквально он отчается быть для вас кем-то. А мне интересно, перспективы есть вообще вот у таких отношений, допустим, у этих именно отношений есть перспективы? Если вы откажетесь, да? Есть ли перспективы? Если будет потеря, то есть через потерю, сейчас скажу, что это значит, когда вы и сами отказываетесь, да, и человек вроде как теряет, вы все-таки остаетесь в роли возлюбленной, и на вас манна небесная сыпется, это просто удача и возможности, и шикарные условия, в общем, все-все-все. Вы получите какое-то известие о том, или сообщите сами, да, о том, что, ну, вот, потеря неминуема, да, то есть давай все-таки не будем друг другу морочить голову и так далее, ну, либо как-то так тонко-мягко. Угу, жена. А, что-то в последнее время, девочки, тут вылазит, да, какой-то человек, который, ну, так и хочет пролезть в ваше пространство, да, для того, чтобы вы с ним замутили что-то. Ай-яй-яй. Вроде как не показали, что он там сильно плохой, да, а у кого-то, в принципе, может быть даже и очень плохой, девочки. Так что тут у каждого по-своему что-то, но есть большой общий жирный... большое жирное общее что-то. Так, мои дорогие, что еще? Давайте еще посмотрим на злопыхателя заново. Кто там еще может быть? Так, давайте этого оставим в покое человека. Он надеется, все-таки надеется. Ну, пускай надеется. Давайте так, чтобы свободный мужчина проходил вашу жизнь и не надоедали те, которые вот ведут вот как-то так по-легкому, да. Вот. А мое слово закон. Так что здесь на канале те девочки, которые подписались, которые получают видео мои постоянно, они будут хоть и проходить какие-то, да, вот все-таки этапы своего развития, да, но все равно получат в итоге добро, счастье, любимого человека, свободного, да, для отношений с вами и любящего. Так, ну что, дальше злопыхатель. Злопыхатель. Кто ты? Кто ты? Так, в роли друга. Это что, опять тот же самый? Мне вот интересно. Может быть, просто энергия одинаковая. Сейчас я расскажу. Очень похож на друга, который для вас вот на все готов. На все готов, дает все. Просто сыпет, сыпет монетами этими аж, не знаю, аж засыпает вас. Угу. Довольно такой проницательный тип человека. Кто это? Женщина-мужчина? Я сейчас буду смотреть. Хоть тут, тут женщина, тут мужчина. Посмотрим.
проницательный тип и изучают буквально до мелочей поведение, информацию, да, о тебе и так далее. Будет как идти, знаешь, до конца, до победного конца, то есть готов побороться и выйти в победителя. Так, это кто? И почему злопыхатель? Почему он плохой? Что он делает? Почему он злопыхатель? Почему он пакостник? Всадник чаш. Но опять идет та же самая энергия. Та же самая энергия, девочки. Второй раз выпадает то же самое. Или очень-очень похожий человек, которого вы прям вот одного притянули, второго притянули. Он вроде как и друг. А, ну тут я не вижу, по крайней мере, то, что тут треугольник. Он вроде как и друг. Мужчина идет. В очень похожих энергиях. Но почему он пакостник? Почему он пакостник? Еще раз. Он слишком высокого о себе мнения проходит в те двери, которые для него закрыты, будто бы. Ну. Но вы тут открыли дверь. Он хочет о вас узнать информации побольше. А для чего? Для чего? А так, можно влиять на вас. Влиять и завоевывать ваше сердце. Так, давайте не будем больше про него спрашивать. Мы уже попросили не про него не говорить. Есть ли другие какие-то вредители в вашей жизни? Это вот основное, прям вот основное, потому что тут дважды об этом сказали. Так, если еще раз третий раз скажут, закрываем расклад и будем делать новый, да? А, хорошо, давайте еще. Есть какой-то? Может, это один единственный, больше нет зловредителей. Итак, кто там вредит вам, может быть, манипулирует, может быть, реально там что-то делает. Есть такой человек? Есть ли такой человек? Ух ты. Хочет что-то ваше. У меня прям вот идут знаки такие. Этот человек хочет что-то ваше. Человек сообщит о прекрасной возможности, которую вам необходимо будет узнать, изучить подробнее. Будьте осторожны. Для того, чтобы вот как-то вам пригодится это в жизни. Прекрасная возможность. Возможно, перемещение какое-то. Это кто? Кто этот человек? Помощник, как идет. Я говорит, помощник. Я исправляю ситуации болезненные, я прихожу на помощь тогда, когда я необходим. Кто вам вредит? Для кого-то, девочки, вредит какой-то доктор, вот реально. И вы для него просто... Он вам многое обещает, а вы для него как мешок с деньгами. Это вы для него как та, которая может продвинуть его. Это он или она? Кто это такие? Их несколько, их несколько. Это люди, которые просто сели вам на хвост, прицепились к вашему хвосту зубами, не знаю, веревками какими-то, и едут за счет вас. Это вот как шикарный Мерс, да, который везет три шестерки, как минимум. Как минимум. И они празднуют свою победу. Вы нравитесь этим людям. Ваша энергия очень вкусная. Они просто как этот ваш вас как даже не как транспорт, ладно, как транспорт, но это очень странно. Они еще как паразиты.
А кто они такие? Неадекваты какие-то, вот реально, они что-то потеряли. Возможно, люди, у которых кто-то умер. Люди, которые присосались к вашей энергии тут. Они о вас сейчас узнают какую-то информацию. Очень тщательно пережевывают, пересматривая о вас инфу. Кто эти люди? Они в каком-то, ну, в сговоре. Вообще реально неадекваты. У них какая-то проблема в жизни. Они думают, что за счет вас можно легко эту проблему решить. Так, как они действуют, интересно, давайте глянем. Тут прям вот сюда подошло бы явно некротаро. Сейчас бы оно тут показало. Не только действие, но как... Но и почистило бы одновременно. Но мы тут чистимся с вами, девочки. Так. Тут какой-то король, в кавычках, блин, затеял какое-то дело. Причем дело всей его жизни против вас. Привлек каких-то людей, которых знал ранее. Поставили там какие-то... Защитились как-то, не знаю, что они там делали. Так, он их привлек настолько, что вот как они тоже за ним идут, понимаете как? То есть в этом кодла, вот этих вот недолюдей, здесь есть все-таки лидер, да, некий, вот, который ведет это все. Они как миньоны за ним посипакой, да, за ним следуют. Он на амбразуру прям лезет. Так, девочки. Мне интересно, это тонкие энергии показали? Или это здесь на земле вот эти люди, которые выше описывались? Или это какие-то, не знаю, тонкие энергии? Здесь на земле, это физические лица. Вот она одна. Вот он второй. И вот он третий. Который не верит в их затею вообще. И так тут, в принципе. Угу. Может быть, даже их больше, чем три. Вот в чем дело. Кто эти черти? Они, у них полно иллюзий, что они могут вас как-то победить. Вы их вообще знаете, что за твари? Кто такие? А ну-ка, сделаем вот такую вот красоту. А ну-ка. Кто это такие? Знаете ли вы их? Так. Так, один под видом друга. Верно, уверенно работает на вас. То есть тут какие-то даже моменты могут быть связаны с работой, творчеством, с повышениями. Какой-то мужчина, который либо вхож в ваш дом, либо у него есть дом. Давайте посмотрим, что это с домом связано. И какой-то пажик, вот я сейчас на это посмотрю, и вот какой-то пажик, который много-много о себе мнит. Такой ерепенистый, хочется сказать. Хорошо, кто вот этот вот главарь? Который держит дом, может быть. Что-то тут идет. Кто это такой? Много о вас рассказывает. Либо вы его вхожи были в его дом, либо скорее вы в его дом, потому что он тут как главарь такой, хозяин дома.
много о вас сплетничает, что-то говорит. Но я вижу, что вот этот товарищ в вас то ли влюблен. Да. Но чтобы никто не догадался, он упирается этой ситуации и не говорит никому об этом. Интересно, хорошо, кто ты, главарь? Кто ты? Главное обезвредить лидера, правильно? А там они порассыпаются. У него какой-то период в жизни закончился, его понесло. Понесло. Что-то у него по четверке чар, знаете, ну как, не видит никаких интересностей, все скучно как-то, вяленько. Все, этот период болезненно завершился, в общем, очень. И его понесло. Просто дьявол начал тянуть на всякие подлости, пакости. Очень сильно тянет. Ну, всегда тянет дьявол за что-то грязное, да? Он берет какую-то грязь в человеке, и которая очень сильно прицепилась, и вот тянет. Если человек чистый, дьявол ни за что не тянет, он только кланяется, да, такому человеку. Так, кто ты такой? Поменялось все в его жизни. Начинает новую жизнь. Дом, работа. Он как-то вышел на какой-то уровень новый, дохода, может быть, довольно быстро. И поэтому сейчас вот все пожинает плоды. Так, ну это так описали. Кто он для вас? Давайте посмотрим, как вы его узнаете. Как вы? Это тот, который королева, связан с королевой колес. Вот он как действительно главный и назначил какое-то решение такое жесткое принял по отношению к королеве колес. Ну, опять же, королева колес, королева Пентакли. Супруга это, наверное, его. Обнулился. И сейчас не отдает вот та вот энергию абсолютно. Возможно, собирает вот капитал какой-то, да, накапливает, накапливает. А в тройке чаш жить, ну, это как легко, расслабленно старается. Магичит на то, чтобы была семья. Что за магичит? Что такое? Любовь ему нужна. Или на нем какая-то магия может быть. А ну-ка, стоп. Кто это? Что это? Потому что тут в роли мага в этих картах это женщина. Но, опять же, мы смотрим здесь все-таки по энергиям, и я чувствую, что... Да, тут кто-то мешает ему, кто-то его в блоке держит. А кто она такая? Тетка какая-то все-таки. Она закрывается там, хочет быть невидимой, что ли. Так это можно сделать. Ну, вернее, она может этого сама здесь, сама себе сделать так, что вообще невидимой будет, да? Она и перед ним вот какая-то лукавая. Но она сама странная какая-то. Она не хочет, чтобы он был в семье. Вот. Ну, а что ж такое за замес тут интересный? Почему он вам вредит? Он как жертва. Ах ты ж, блин. Так вот, кто руководит им. Его подговаривает какая-то мадам. Открывает ему глаза, типа, на что-то. Но он как жертва. Это не открытые глаза, это наоборот. Вот надели какие-то очки такие. И вот смотри, через них открыл глаза, да, но все равно видишь какую-то чернь какую-то непонятную. Она хитрит перед ним. Показывает неправильный горизонт и неправильное. Много очень. Потому что он в блоке, он не видит правды. Вот так. И он начинает творить какую-то билиберду. То есть он идет на ее поводу, начинает творить вам пакости, получается. Но тут его пакости заключаются в разговорах.
Что он делает? Что он делает? Да, разговоры идут. Сплетни. Такое себе, знаете, вот идет. Вот мужчина, когда сплетничает, это просто трэш. Много сплетен идет. В семейном кругу, за пределами. Тут какой-то вот идет, да, комьюнити какое-то видно. Но людям-то пофиг, вот интересно, зачем он это делает, потому что они как-то послушали и пошли себе. И он такой тоже, знаешь, наговорил всякой ерунды, он сам в потерях находится. Ну, видишь как, тут как бы ведут этим человеком, но если человек ведомый, им легко вести. Зачем нам ведомый человек? Пускай себе ведут куда-то. Вот такой пакостник. Именно пакость, вот просто пакость. Конечно же, не зловредный какой-то маг, но пакостник. Разговорился. Тут вот справедливость идет с ножами. Я не знаю, может, им этой справедливости понравился его язык. Тот, который во рту. Круто. Справедливость подкрадется незаметно. Вот так. И что-то заберет. Что-то заберет. Справедливость через его какую-то даму заберет у него ребенка. Тут какая-то дама заберет ребенка, это, скорее всего, бывшая жена, что ли. Ну, если они разведены. Она заберет ребенка. А эта справедливость говорит, меньше было трепаться про эту женщину. Вот. Светлую, сильную красоту. Вот. Да, ты вот, опять же говорю, для высших сил, для духов своего рода ты любимица, любимчик. Угу. Устроил тут три. Угол. Я, он говорит, такой крутой, и вот есть какая-то женщина, я буду о ней трепаться все, что могу. Ну вот. Нечего говорить ерунду. Пакостить людям хорошим и светлым. Вот так вот. Поэтому, если ты светлый и ясный человек, на моем канале тут, конечно, будет большой плюс. Если же темный, будет огромный минус. Темные в плане не... Потому что темные люди бывают очень даже светлые. Вот. Сами такие, да? Я про то, что грязные. Вот давайте так говорить. Грязным людям здесь делать нечего. Завистникам. Каким-то интриганам. Которые злятся, вот все это, знаете, это все такие энергии, которые тут не нужны. Так, ну что, дорогие мои, здесь вы все-таки в победителях, вы тут все-таки по 14-му старшему аркану вышли очень спокойно из этой ситуации, пускай там злопыхатели кричат, как моськи, вы как слоник топаете вперед, не замечая эту моську абсолютно, их там может быть сотни, но вы их растопчете просто. Спокойно работаете. Тут время выждать. Главное, чтобы время выждать, да, и все поутихнет. Пускай себе треплются. У вас все будет хорошо. Вот так. Дорогим светлым воинам передаю привет, дорогие мои. Мы в шикарном комьюнити создаем новое. Здесь, да, здесь я вижу, что и люди из моих других каналов. Я вас очень-очень люблю. Вы очень ценные для меня. И поддержка, и я только вот ради вас вот здесь это все делаю. Я когда что-то делаю, да, вот, допустим, ну как что-то, эту работу, которую вы видите, я, естественно, думаю о вас. Многих знаю вот буквально вот духовно, душевно, да, максимально приближенно, наверное, к реальной внешности даже. Хотя в лицо никогда не видела. Вот, которые пишут мне, высылают донаты, да. Благодарю вас, мои дорогие, за это все, и за то, что подписались, за то, что вступили в это комьюнити светлых воинов. Будем творить свое прекрасное, да, а через это прекрасное будет приходить прекрасное в мир. Благодарю за ваши лайки, комментарии и за финансовую поддержку, конечно же. Вот так сегодня с нами поговорили силы, которые желают вам только добра, они вам все рассказали. Пускай вам все, что вы вкладываете сюда, возвращается в разы больше, в разы больше.
Вот. И что ж, до новых встреч. Всего доброго. Пока-пока.